стоим, порядке, живой очередь. Не трогайте меня! Что вы меня трогаете-то? Трогайте меня. Мы с вами живем в непростое время, согласитесь. Время непростое, но очень интересное. И в нем, конечно, есть и негативные аспекты, но много позитивных. И вот чтобы позитивных было как можно больше, я баллотируюсь муниципальным депутатом от округа 78. Пока идет вот эта вот кампания регистрации, мы, наша команда от партии «Яблоко» столкнулась с массой таких вот отрицательных вещей. Нам не открывали двери. Подождали еще минутку. Может быть, охранник, который открывает домофон, отошел в туалет. Давайте подождем. Люди там колотились, значит, их не пускали для того, чтобы сдать документы в избирательные комиссии. Некоторые вызывали полицию, были какие-то столкновения. Так, сейчас произошла эвакуация людей в связи с террористическим актом, который, дескать, здесь готовится. Всех кандидатов, которые стояли в очереди, и от оппозиции, и, вероятно, фейковых, их всех эвакуировали. Однако членов избирательной комиссии так и оставили внутри, подвергают риску. Я надеюсь, тем не менее, что все будет у нас замечательно. Планы у нас на самом деле большие. И мы, понимаете, мы хотим, чтобы слово «депутат» не вызывало вот того негативного оттенка, как это было раньше. Я и сама это помню, потому что я, ну, взрослая, мне 52 года. И я помню все эти ощущения от слова «депутат». То есть это не человек, который решает проблемы, а кто-то вот из какой-то власти всеимущих. Вот поверьте, мы не такие. Мы совершенно из другого теста. В нашей команде отличные ребята, есть совсем молодые. Они искренние борцы, они идейные, правильные. Сфера моей деятельности – это женщины, мамочки-одиночки. Кроме того, вопрос переобразования очень важен. Сейчас такое время, что некоторые профессии уже устарели, и мы будем помогать вам обретать новые знания. То есть есть специальные проекты, и я знаю много таких людей, которые этим занимаются очень успешно. Люди, уже будучи взрослыми, вот такими, как я, там, моложе, старше, они могут получить новые знания, научиться зарабатывать и как-то выживать в этом мире и смотреть, насколько он меняется, как он меняется, какой он интересный на самом деле. Сейчас все не так, как было 10-15 лет назад, и сейчас все не так, как будет через 10-15 лет. И это ведь так здорово, так интересно. И мы, кандидаты от партии «Яблоко», наша команда, сделаем для этого все, что в наших силах. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал на YouTube «Шанель депутата». Да, депутаты тоже любят хороший парфюм. Спасибо, голосуйте за нас. 8 сентября выборы муниципальных депутатов. Голосуйте за «Яблоко», призываю вас, буду очень рада видеть.